Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня приехали в Анапу отдохнуть в гостевом доме Grand House. Находится он по Пионерскому проспекту 259М. Вот такое небольшое здание. Ну, как гостевой дом идет. Территории у него как таковой нету. Рядом есть у него парковка его же. Поэтому припарковаться есть. Здесь до проспекта по улице метров может быть 100, вот видно, до конца доходит Пионерский проспект. Все здания здесь идут под адресом 259А, 259Б, 259С, там идет. Можно все это выбрать. Поднимемся, посмотрим, что там есть внутри. Люди отдыхают. До моря здесь 200 метров, а то и того меньше. За этим барханом сразу море. Альфа плюс, вообще с верхних этажей видно море хорошо. Здесь названия нет, отеля не скажу. Опять же, не отель, а гостевой дом. Ресепшн. Нас можно не обязательно снимать. А вас не видно будет. Я... Wi-Fi есть. Заселили нас на втором этаже в 26 номер. Вот такой вот номерок. Электронный ключ. Есть телевизор, есть шкафчик, небольшой сейф, пледы. Ванная комната. Фен. Зеркало. Полотенце только вижу одно, надо спросить. Две небольших кровати, прикроватные тумбочки, софа раздвижная для ребенка пойдет, холодильник, чайник, кондиционер, и небольшой балкончик. Здесь вот терраса, выйду, покажу. До моря здесь 200 метров, а то и меньше. Небольшой, уютный номер в небольшом отеле. На 2 дня отдохнуть возле моря. Это замечательно. Номера слева и справа. Выход на террасу. Здесь же торговые палатки сразу. Даже не палатки, а столы. Канал. И канал выходит на море. На море сейчас пройдемся, посмотрим. Можно подняться также. Помимо лестницы, которая есть внутри, можно подняться по террасе наверх. А потом спустимся вниз. Парковка. Вид на море. Также можно на террасе посидеть. Попить чай, пообщаться, поиграть.
Здание небольшое, трехэтажное. Мы поднялись на третий этаж. А вот и море. И вот вниз пошли. Здесь у нас столовая. Режим работы. Завтрак, обед и ужин. Здесь отдельная оплата, ассортимент небольшой. Здесь же туалет. Здесь же умывальник сразу, сушилка. Аккуратненько. Сейчас народу нет, только обед готовят. Небольшая такая столовая. Ассортимент небольшой, но готовят по-домашнему. Поэтому вкусно. Здесь же можно выйти на улицу. Вот бассейн. И также проход сразу на вторую сторону. Многомойка. Канал. И проход на море. Можно подняться наверх на террасу. Дети бегают, играют, веселятся. Здесь же можно полежать, отдохнуть. Бассейн небольшой и не глубокий. Рядышком находится отель Альфа Плюс. Вот на крыше написано, с верхних этажей хорошо видно море. Здесь же автостоянка есть, платная. В принципе, кому не хватит места на бесплатной автостоянке, можно всегда здесь поставиться. Проход и выход через кафе опять на ту же тропинку, которая к морю идет. Стоянка вот при отеле тоже. Можно автомобили оставлять.
пройдемся по этой улочке. Здесь даже по названию не у всех есть, можно по адресу 259C. Здесь Семирам. Здесь еще территория пустая, не застроенная. Но все близко, все рядом. Здесь квартиры как продают, так и сдают. Где-то генератор молотит. Номер телефона, бронирование номеров. Здесь же столовая, завтраки, обеды. Здесь же шашлыки готовят. Комплексные обеды. Название Касамара. Пионерский проспект 259G. Свободные места. Илиос. Столовая, тоже вывески нету. Ну и все, где велосипеды, это уже Пионерский проспект. Что мы тут прошли? 100 метров. 100 метров до моря, 100 метров до Пионерского проспекта. Здесь же и покушать можно. В любом из мест готовят, в основном все стараются вкусно. В одном попробовали, в другом попробовали, где-то понравилось, где-то не понравилось. Выбрали для себя то, что по цене и по качеству подходит. И магазины здесь с одной стороны, с другой стороны. Также вот есть экскурсионная палатка, парковка здесь платная. Тоже столовая. В этом здании справа продуктовый магазин, мини-маркет. Здесь же фрукты продают с левой стороны и с правой стороны. Там кафе стоит, и фрукты с правой стороны продают. Сейчас обойдем, покажу. Вот мини-маркет. Можно велосипеды на прокат взять, покататься. К каналу подойду. О, рыбки плавают. Грязно, конечно, но рыбки плавают. Кафешка здесь.
Вечером караоке играет, музыка гремит. Нету здесь 200 метров, если только до кромки воды, да, 200, а для пляжа 100-150 метров от силы, а то и столько не будет. Хотя что такое расстояние, когда на отдыхе идешь не спеша, ни о чем. Товары разные продают, мороженое, шезлонги, навесы есть, зонтов как таковых нету. Только люди сами с собой приносят или на прокат можно взять. А может быть лучше? Тапки? На улице тепло, но пасмурно. Здесь же косички вон заплетают, вплетают дополнительные волосы, всякие разные висят и по цвету, и по структуре, и по всему. Можно детей помучить, а можно и самим помучиться, кто хочет. Сегодня пасмурно, народу мало. Народ не вышел. Хотя, когда солнечно, народу здесь просто битком. Катамараны есть, можно взять на прокат. Сегодня что-то ребят нету. И на бананах катают, и на... Здесь синий кит у них надувной. И на ватрушках катают. Море идеальное, спокойное, штиль. А то, что пасмурно на улице, это не мешает загорать. В такую погоду сгореть еще легче, чем в солнечную. Ты ничего не чувствуешь, а загар тебя берет на ура. Ну, вот такое побережье в одну сторону. Это вот Анапа. И в другую сторону. Вот здание, которое я говорил. Отель Альфа Плюс. С верхних этажей видно. Близко? Близко, хорошо. Обратно иду. И уток увидел. На канале на этом. Целое семейство. Сидят, людей не боятся. Утки дикие, не домашние. Отдыхают. Есть свободная мера. Написано 8-918-468-77-50. Это вот как раз нашего гостевого домика. Я там еще оставлю в комментариях адрес и телефон. Также электронную почту.
Вот и прошли два замечательных дня отдыха. Собираемся домой. Ну, такие отели небольшие, недорогие, и близкое расположение к морю позволяет хорошо отдохнуть, не напрягаясь. Сегодня здесь утром увидел ужиков. Штук 5, наверное, плавало. Кто змеек боится, можно посмотреть на ужиков. На этом все. Всего вам доброго.